Приватизация Одесского припортового завода отменяется как минимум до осени. Накануне закончился период подачи заявок на участие в конкурсе, и ни одного предложения от потенциальных покупателей не поступило. Об этом сообщил глава фонда госимущества Игорь Белоус. Как сообщил чиновник, больше всего сомнений у возможных покупателей вызвал долг в почти 200 миллионов долларов перед Групп Диев. Суды из компании «Нортима», которая заявляет о победе в конкурсе на приватизацию ОПЗ в 2009 году. Ну а кроме того, по условиям конкурса есть ограничения на вывод дивидендов за границу. Также отсутствуют льготы и преференции для инвестора. Отмечают, что слишком высока еще и цена, свыше 13 миллиардов гривен на фоне последних скандалов с ОПЗ. Звичайно, усі ці ризики, які існують довкола заводу і України загалом, мають свою ціну. І якщо ми не можемо вирішити якісь проблем чи ризиків, їх потрібно враховувати і відзеркалювати в умовах та договорі купівлі-продажу. Перед повторним виставленням ОПЗ на приватизацію саме це потрібно зробити спільно з робочою групою з питань приватизації і з залученням групи радників, які готували завод до приватизації. Отримані пропозиції будуть подані прем'єр-міністру і Кабінету міністрів на розгляд. А вот некоторые эксперты отмечают, что такая ситуация создается искусственно для снижения стоимости акций завода. Следующий конкурс на приобретение Одесского припортового может состояться уже этой осенью.